Сегодня ГИБДД столицы сообщила, за сутки произошло 450 ДТП, в два раза больше обычного. Главная причина – гололедица и снегопад. В результате по всему городу многочисленные заторы. И вот что советуют водителям автоинспекторы. Значительное ухудшение погодных условий с последующим образованием гололеда спровоцировало всплеск аварий на дорогах столицы. Так и сегодня с 8 часов утра в дежурную часть поступило уже 224 заявки о ДТП. Госавтоинспекция Казани призывает всех водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения. Советует воздержаться от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения. Рекомендует пристегиваться ремнями безопасности. Кроме этого, каждое третье ДТП происходит из-за превышения водителями безопасной скорости движения. Именно высокая скорость становится главной причиной потери управления над автомобилем, особенно на зимней дороге.